Военная академия – главная кузница кадров для вооруженных сил Беларуси. Учебное заведение было создано в 1995-м в соответствии с указом президента и сейчас входит в число крупнейших вузов страны. 7 факультетов практически полностью обеспечивают потребность в офицерских кадрах. Подготовкой занимается около 700 квалифицированных специалистов с разными учеными степенями, а материально-техническая база оснащена всем необходимым для качественного образования. Главная цель заключается ознакомить будущих курсантов с жизнью военной академии. Что это за учебное заведение? По каким специальностям готовят? Что это дает ребятам в будущем? Потому что воспитывать патриота в сегодняшнее время, это актуальный вопрос, это актуальная тема. И здесь тоже важно рассказать не только про военную академию, про вооруженные силы, какие проходят мероприятия. Есть что показать. В Бобруйск академия привезла малую часть тренажеров, оборудования, вооружения и экипировки, которая входит в ее базу. Но даже это вызвало ажиотаж среди молодежи. На площадках факультетов собирались юноши и девушки, учащиеся городских заведений, чтобы посмотреть, примерить, попробовать и ощутить то, что доступно курсантам. Здесь же желающие написали заявление на учебу в будущем. Честно говоря, да, сегодня прям очень много людей сюда подходит, постоянно расспрашивают, очень интересуются. И даже иногда не успеваю всем ответить на все поступающие вопросы. Уже успела посмотреть разные автоматы. Все очень нравится. Классные учителя, классные приборы. В принципе, мы успели потрогать там винтовку свою, успели потрогать гранатометы. Основная часть – диалоговая площадка. Представители Академии управления образования горосполкома, военного комиссариата города и области рассказали о преимуществах обучения, порядке поступления. Немаловажный вопрос стипендий. В этом плане вуз не скупится для своих учащихся – около 500 рублей ежемесячно. Все вопросы, которые с молодежью в рамках диалога проходят, она ставит свои акценты. В том числе ставит акцент на том, чтобы молодому человеку определиться. Вот эта диалоговая площадка, она дает возможности им определиться. Они слышали об этом, они где-то это видели, но не могли для себя окончательно принять решение. И вот это дает им возможность принять решение. Поэтому молодые люди на сегодняшний день, увидев все, пощупав своими руками, приняли для себя решение. Полное гособеспечение, будущее трудоустройство, достойная зарплата, социальные гарантии и профессиональная карьера. Курсантам военной академии предоставляется шикарная возможность устроить свою жизнь, проявить гражданственность, патриотизм и мужество. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.